Зима. В Нарьян-Маре возобновили отопительный сезон. Соответствующее постановление подписала мэр столицы региона Татьяна Федорова. Все котельные уже приведены в рабочее состояние. В первую очередь радиаторы нагрелись в квартирах, горожан и детских садах. Внеплановый запуск отопления связан с резким похолоданием. Последние несколько дней столбик термометра в среднем показывает не выше 8 градусов со знаком «плюс». Чтобы избежать аварии на теплотрассах, коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. Больших проблем не было, конечно. У нас мы никогда не отключаем котельную так, чтобы на 100%. Всегда есть какой-то резерв. То есть все... Больше эта проблема могла быть с сетями. Вот в данный момент два дома на Иотысово пока без тепла, именно из-за того, что капитальный ремонт сетей начался. Но буквально сегодня, может быть, завтра закончим. Накануне подачу теплоэнергии возобновили в Тельвиске, Макарово и Нижней Пёше. Напомню, отопительный сезон в Нарьян-Маре завершился еще 2 июня. Однако непредсказуемая северная погода постоянно вносит свои коррективы. В прошлом году подача тепла в дома и учреждения города была прекращена 24 июня. При этом через неделю котельные снова запустили также из-за низких температур. Повторное окончание отопительного сезона пришлось на 22 июля.